Слова, написанные на века. Наследие великого Жамбыла Жабаева вошло в золотой фонд духовной сокровищницы нашей страны. Его произведения были популярны в прошлом веке, не теряют актуальности слова Акына и сейчас. К примеру, стихотворение «Ленинградцы, дети мои» в годы войны облетело весь мир и никого не оставило равнодушным по сей день. Как, впрочем, и другие произведения Жамбыла. Их представили на литературном вечере в детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова. Побывал там и наш корреспондент Алишер Ашимов. Талантливый акын Жамбыл Жабаев прожил долгую жизнь. Он создал свои поистине бессмертные поэтические творения, посвятив их духовно-нравственным ценностям, патриотизму и справедливости. Во многом благодаря его творчеству весь мир узнал о казахской поэзии. В преддверии 175-летия акына в детско-юношеской библиотеке прошел литературный вечер, в котором сотрудники познакомили юных читателей с творчеством великого акына. Готовясь к этому мероприятию, естественно, мы собирали о нем материал, привлекали также детей в онлайн-режиме, чтобы они с нами участвовали. Также, собирая материал, мы обратились в Северо-Казахстанский областной архив. Они предоставили нам интересную информацию о название улицы Жамбыл. Особое внимание уделили выставке книг. На ней представлены произведения периода Великой Отечественной войны. Среди них знаменитое стихотворение «Ленинградцы, дети мои». Через него великий акын передал свои боль и сострадания жертвам блокады. Очень хорошо у нас освещена его поэзия «Жамбыл Алемы», которая предоставлена в трех языковых вариантах – на казахском, на русском, на английском. Она по себе книга очень красочная, и много вот таких его произведений, которые здесь пишутся. И также люди, которые о нем писали, о его жизни, о его творчестве. «Жамбыл – моя родина» – здесь представлены произведения дореволюционного периода. Также есть много интересных томников, представлены его произведения и военного периода, и дореволюционного, как я говорила. И в основном вся тематика как бы вот направлена на то, чтобы люди жили в мире, в согласии и в сплоченности. Жамбыл Жабаев открыл путь многим одаренным людям. Его произведения несут глубочайший смысл и способствуют патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Алишер Ашимов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК.